Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и мы продолжаем проходить пятый, финальный эпизод «Ходячих мертвецов». Закончили мы на том, что прислонили лестницу колокольни, и я знаю то, что предыдущий ролик получился довольно-таки короткий, сегодня мы поиграем подольше, вот, я надеюсь, где-нибудь минут 30, вот, и, в принципе, мы продолжаем. Так, возобновляем, и давайте пойдем все-таки по колокольне, я надеюсь, линия упадет. Давай, аккуратнее, все-таки с одной рукой, мне кажется, очень трудно балансировать, ты уверен, что ты должен это делать? Что, ты хочешь... Ты это хочешь сделать? Нет, просто... Неважно. Чувак, а я помню, ты, кстати, вызывался, говоришь, давай я там на колокольню залезу, а не ты. Чё ж ты теперь отныкиваешься-то? Так, Ли, давай аккуратно, потому что ведь если чё... Не дай бог он сорвется, он повиснет только на одной руке. На одной руке будет гораздо... Ёб твою... Гораздо тяжелее подняться. Давай, Ли! Прыгай! Да, ведь если он повис бы на одной руке, гораздо тяжелее было подтянуться. Ух ты, кого-то сверху прибил. О, блядь. А, о, блин, было это опасно. Ты в порядке? Yeah, да, да, в порядке. А ты как думаешь, сука? Хотел бы я сейчас вернуть другую руку. А то, может быть, есть выход оттуда? Так, давайте сейчас сначала осмотримся. Есть люк. Давайте... Из Бена можно? Нет, пока перекликнуться нельзя. Давайте в первую очередь посмотрим на люк, а потом только начнем звонить там в колокольне. Типа, эй, приходите сюда. Так, закрыто, черт. Выход здесь закрыт. Так, ну... Короче, нам остается только с Беном, я так понимаю, не перекликнуться. Остается только дергать колокольню. Что еще поделаешь? Как Квазимода. Он... Квазимода был горбатый, а мы однорукие. Что ж, все люди, которые дергают колокольню, я так понимаю, с дефектом. Ну, кроме Молли. Ну, она, в принципе, телочка клевая. Я ее зову современная Таир. Так, ходячий, все, план работает. А Бен теперь может съебаться вниз. По другой стороне и пролезть как-нибудь. Они идут сюда, как ты будешь убираться отсюда? Он может прорваться и открыть нам люк изнутри. Или что, мне тут жить, что ли, теперь? Да. Ситуация-то практически безвыходная. Ну, практически в том плане, то, что можешь, конечно, умереть. Или разбежаться, прыгнуть. Думаю, придется прыгнуть, пути назад нет. Чё? Это единственный путь. Так. Давай... Давайте, нет, мне пиздец говорить не будем, давайте. Это не так далеко, ты, чувак, нормально. Небольшой прыжок, все хорошо. Я в школе так прыгал, там, с парты на парту. Окей, все, чувак, нормально будет. Не ссы. Так, Ли, давай. Я знаю, у тебя только одна рука, но ты сможешь ухватиться, если что. Давай. Или люк откроется. Давай, ловлю, жму. Ёб твою. А. Слушайте, ну, просто прям Ли... Паркурщик тот еще. Ух ты, ты цел? Okay, ладно, наверное, стоит уходить. Конечно, стоит уходить отсюда. Капец. Вот Ли молодец, даже с одной рукой такие трюки выполняет. Вот что на самом деле хочет спасти Клементину. Ух ты, кто такой тут? Толстый, гнилой чувак. Вот так вот прям понял в лоб. Нехер на меня смотреть тут. Так, что ж, я так понимаю, мы пришли к тому дому, где... Да, где мы, собственно, обитали. Вот тут нас ходящий рядом с парашей укусил. Так, что-то тут... Лопатой заперто. Ах вы сволочи, суки! Это Кенни, что ли? Ну-ка. Да, кстати, ех, Кенни ёбаник подбит. Что, слушайте, всех нас тут зажать. Что за... Они нас наебали. Что, кто? Это был Верн, они поджидали нас здесь, а потом напали на нас, и они были вооружены, и просто... Блять. Клементина была с ними? Нет, не с ними, а она что, не с тобой? А, она с кем-то другим, ее родители были в саванне, я думаю, что кто-то использовал это против нее. Ну, мы пойдем на ее поиски, да? Да, конечно. Ой, погоди, а что случилось с тобой? Я ее отрубил, серьезно? Давай, признайся, что тебя укусили. Меня укусили. Че? Это был несчастный случай, маленький, глупый несчастный случай, но да. Я, короче, покусанный тебе. О, господи. Да. Ах ты уёбок, господи, мы же могли умереть с тобой. Ну не умер же, чуваки. А я все-таки решился на это, ну и... Короче, теперь я могу дрочить только правый, ну в принципе, этим я и занимался. Подумай, что это купит немного времени. Я подумал, что мне купит это немного времени. Ну, понимаешь, я подумал, что если отрублю укушенную руку, я умру не так быстро. Господи. Все просто. Все просто скатилось в говно, чуваки.
Так, ну что-то больно тихо. Омид, можешь перепрыгнуть через забор и впустить нас в задний двор? Не стоит находиться на видном месте. Да. И что, вы предлагаете жить, что ли, теперь тут, пока не сдохну? Не может быть, все так хуево. А Клементина все еще там. Ну, спасем мы Клементину, а потом что? Нужно съебать с городов, они меня уже достали. Мы отправляемся за город и попробуем жить там. Да? Нормальная деревушка будет? Да как по мне, это хорошая идея. Тебя никто не спрашивал, но ты же не умничай тут, блядь. Так, все, чуваки, хорош, пиздеть, блядь. Ничего не изменилось, ясно? Ничего не изменилось? Я имею в виду, в данный момент мы будем придерживаться плана, не ссорьтесь друг с другом. Да, успокойся, Кенни, даже... Я сейчас на 5 килограмм меньше... Нет, на 5, больно... Я сейчас и то на 2 килограмм меньше вешу, и то я более адекватный, чем они. Мы разберемся во дворе. Окей. Так, Бен, клянусь богом. Что нам делать без лодки? Мы будем жить за городом, найдем маленький... Давайте скажем то, что будем жить за городом. Мне больше эта идея нравится. Мы выберемся за город, там слишком долго пытали удачу в городах с лодками. Доставьте ее туда и живите в безопасности. А, ладно. Слушай, я согласен с тобой. Я думаю, что за городом безопаснее всего, но ты еще не умер, так что не говори так, ладно? В принципе, знаете, мне кажется, если отрубить руку вовремя... Да когда ж ты заткнешься? Я говорю, что нам всем нужно расслабиться, и не только тебе. Расслабиться? Лью Кошин, бог знает, сколько ему еще осталось. Клементина хуй знает где. А у нас, между прочим, забрали единственную нашу надежду. Лодку, блядь. И Ли нужно было бросить тебя в Крофорде. У нас и так проблем достаточно. Иди нахуй, блядь. О, Кенниш, охерел. Ух ты, Бен. Чё, Бен, ты... А, не, пусть проговорится. Мне очень-очень-очень жаль, что так случилось с Катей и Даком. Вам в самом деле, я знаю, что облажался, но... Сука, хватит травить меня и желать моей смерти, пидрила ты конченый. Нет, ты хотя бы знаешь, как они умерли. Ты прощался, а я так и не смог увидеть семью, родителей, мою сестричку. Я, блядь, понимаю, что твоей семьи больше нет, но ты хотя бы знаешь, что я потерял их. И так и не добрался домой я. Они могут быть живы, мертвы, могли стать ходячими или даже хуже. Я не знаю, что с ними. Так что отъебись, блядь, от меня, гондон. Кенни, конечно, охерел. О, Бен, извини. Сука, наорал ходячих. Вот черт, они идут. В дом. Кстати, можете мем сделать, типа вот, идут ходячие, и Бен и такой, типа, наорал. Ну как, насосал, а это наорал. Так, они ведь не могут пробраться на задний двор, да? А может и смогут. Мы сможем защитить это место. Криста, окна, давайте. Идите к окнам этой комнаты, заколоти их досками. Поняла. Так, Кенни. Давай, двигай мебель, в первую очередь мебель. Надо забаррикадироваться, а потом только брать оружие. Это прям мысли мои, считаешь. Бен, давай. Давай. Иди, убивай всех, кто сюда, короче, прорвется, нахер просто. Ты понимаешь, что говоришь это мне, да? Бен, просто сделай это, ну, чувак. Амид. Ёбаный в рот. Что такое Амид? Опа, дверечка. Входная дверь. Так, Амид, ты должен успеть. Блять, да... Ёптво. Чё ж Ли все время падает? Он все эпизоды падает. Ну, конечно, я понимаю, сейчас его схватили. Давай, долби быстрее. Ну, чувак. Охренеть, рука. В принципе, вместо моей тоже можно заснуть. Ли, помоги. Отхерачим руки. Там должен быть нож или что-то похожее. Слушайте, прям вот... Экшен, экшен. Где? Сука, где нож, блядь? Давай, открывайся. Что, пусто? Давай, давай, черт возьми, где же нож? Отлично, угадал. Со второго раза, повезло. Ну-ка, режь руки нахуй, херак, блядь. Свою, если я уж и свою отрезал, ваши, что ли, думаете, не смогу похерачить, сука? Где еще там? Ну, давай. А, сука, молодцы. Все, мы справились, ребята. Что теперь? Так, готовьтесь к бою, чуваки, потому что иначе никак. Думаю, это место надежное, думаю, мы в порядке. Опа, сглазила чувиха. Так, чуваки, надо как-то наверх. Надежнее, блядь, не придумаешь. Наверх, давайте быстрее. Так, Ли, рубаш его на... Опа, это та толстая была. Которая, ну знаете, с нами была. Так, молодец, Омичка. Ребят, помогите сдвинуть эту штуку. Давай, быстрее. Ку, жму. Кенни, от души прям жму ку. Давай, все, покатили в сторону. Что, еще нужно нажать? Давай, быстрее, иначе я чувствую, сейчас время кончится, и нас всех тут порешают. Но я, в принципе, уже кушаю. Народ, бежим в конец коридора. Так, Бен, что теперь? Ты же должен их убивать. Бен, куда ты забежал? Это замедлит их. Бежим в конец коридора. И сразимся с ними. Отлично, блядь. Слушайте, ну мы прям это...
как мы не можем позволить загнать вас на ловушку, убьем столько сможем, когда увидим выход, побежим к нему. А сколько патронов у вас осталось? Я же заикаться стал. У меня 3, у меня 5, у меня 4, у меня 2. Вы знаете, куда нам надо целиться? Готовьтесь. Так, сука, ну я прям готов, у меня еще нож с собой, если я вас... Эх, я даже с одной рукой вам таких пиздюлей навешаю, гандоны. Быстрее вылази, сука. Отлично, у меня 4 патрона. 4. Блять, 3. 2. 1. Последний. Все, пусто. Да, у меня пусто. Чуваки, давайте. Держитесь. Так, у меня кончились патроны. У меня, блять, куда нам идти? А, выхода нет. Наверх. Чё? А, да, давай, быстрее. Слушайте, ну прям, ребят... давайте быстрее. Так, уже начинает. Они эволюционировали, они уже додумались перелезть. Так, твою мать, пистолет выронил, но все равно там патронов нету, один хер. Все, убрали. Молодцы, чуваки, затарились прям вот от души. Засейвились, скажем так, даже. Фух. Так, держим. Я плохо обращаюсь с этими штуками, а свой ты уронил. Спасибо, Бен. Чувак, молодец. Так, все могло быть лучше. Все в порядке? Ли все еще укушен? Заткнись нахуй. Ладно, надо выбраться отсюда и продолжить путь. Он прав, нужно продолжать. Думаешь, мы сможем найти Клемма, а затем этих чертовых воров? Не знаю, возможно. Но через окно мы не выберемся, его нельзя открыть. Да и крышу через него не пробраться, разве что спрыгнуть вниз. У кого-нибудь есть идея? Уверен, что этот парень придумал бы, что делать. Он был очень находчивым. Заканчивай. Диксон, Кент, третий, промышленник. Амид, блядь. Криста, я просто пытаюсь разрядить обстановку. Нам нужно решение, а не глупые шутки. Кстати, Амид немножко на Дезмонда похож. Чуть-чуть, но похож. Извини. Так, не нужно... Должен быть другой выход, давайте. Значит, у нас нет идей. Должен быть другой выход, чуваки. Идите в какой-нибудь выход, в вентиляционную шахту, например. Ищите. Или мы можем подождать, пока дом опустеет, выберемся по крышам. Но я могу не дотянуть, в принципе, Ли плохо уже. Ты плохо выглядишь, у тебя температура. Так. Давайте. Я в порядке. Чуваки. Ли, я в порядке. Я там, где были мои родители. О, не! Нет. Так. Что это значит? Она в отеле, в котором останавливались ее родители, а не... Он никуда ее не увез. Это пока. Да, пока. Окей, нам нужно думать не только о Клементине, потому что скоро дойдет до нашего случая. Ну, когда Ли, я так понимаю. О чем ты? Как нам выбраться отсюда? В этом и дело, мы не знаем. Ну, теперь твоя жизнь зависит от этого. Как выбраться отсюда? Я не знаю, да я и не понял. Так, давайте, надо уходить сейчас же. Я чувствую, у меня времени не осталось. Всю же минуту, иначе я, блядь... Куда, Ли, не видишь? Мы в ловушке. Давай тогда осмотримся, что топчемся-то? Думаешь, это свободно? Я не знаю. Я надеюсь на это. Думаю, нам нужно провести взрослый разговор о том, что будем делать, если Ли станет еще хуже. Убейте меня, а что еще делать-то? Эй, слушай, можно сравнить эту ситуацию с ситуацией с Ларри. Кто такой Ларри? Так, лучше волнуйтесь о Клем, а не обо мне. Думаю, сейчас лучше волноваться о Клем. Мы не поможем, если ты нападешь на нас. Этого не произойдет. Откуда тебе знать? Ребята, я не знаю, что с вами тогда был до того, как появились мы с Амидом, но поговорим о том, когда выберемся отсюда. Ли, я ничего не доказываю, но как-то может быть не проблемой. Так, моя рука не проблема, чувак. Понял, блядь, да и я сам не проблема, а вот сотни ходящих в этом доме, это уже настоящая проблема, ты меня понял, сука? Да, может быть в данный момент, но когда это станет проблемой, кстати, у нас сейчас может не остаться времени разобраться с этой проблемой. Этот спор выходит из-под контроля. Ты послушаешь меня. Мы вернем Клементину с тобой или без тебя. Давай-ка, чувак, ну если хочешь, давай убей меня. А? Давай-ка, блядь. Даже не сомневайся. Я так и сделаю. Так, чё, я так понимаю, тут у нас только можно... Вот это я разошелся. Ты разбил рожу этому чуваку. Заткнись, милый. Смотрите. Что там... Золото партии, наконец-то, я нашел. Да тут все прогнило. О, чувак, да заебись, сейчас выберемся. Так, что за стеной попасть в 10 метров?
А, нет, это особняк упирается в соседний дом. Слушай, мы можем пробиться в соседний дом. Мы же не заключенные Алькатраса, мы не можем... Так, давайте, хватит пиздеть, я даже с одной рукой то больше дел делаю. Так, стена совсем веткая, в самом деле возможно. Ну-ка давай-ка, Кенни, покажи, какой ты мужик. А то так можешь выебываться на слабых. А, да, мы сможем. Хорошо. Ну вот и выход. Будем работать по очереди, Амид, Криста и я, а ты, Ли, отдохни. Будем работать быстро. Давайте, долбите. Так, скажем, давайте, я не собирался тебе причинить вред, чувак. Я просто схватил бюст, чтобы тебя напугать там. Конечно, друг, я знаю. Все, пускай долбит, хоть нам сейчас не надо там на кнопочки жать, чтобы стенку долбили. Можно просто сейчас, наверное, поговорить со всеми. Слушайте, как они так смотрят на меня презренно, как на говно, мне это не нравится. Я не могу поверить, что ты не рассказал нам про укус. Давайте скажем, я не хотел вас пугать, чуваки, извините. Потому что ты сам был напуган. Меня укусил ходящий. Ты думал, мы бросим тебя? Конечно. Ты был напуган, я не могу тебя винить. Да, я был напуган до усрачки. Как же это странно, я все смотрю на твою руку, когда будто жду, что она снова там окажется. Я надеюсь, что инфекция от укуса тоже пропала. Как ты думаешь, каковы шансы? Я не знаю, никто не скажет наверняка, даже если бы это только замедлит процесс, я буду рад. Ты же не серьезно. Когда мы найдем того парня, что будем с ним делать? Мы просто берем... Давайте... Так вот, выберем. Мы узнаем, кто он и зачем он это делает. Мы, конечно, поможем просто спасти Клемп, но она не будет в безопасности, пока этого парня не остановят. Твоя группа попадала в какое-нибудь дерьмо до того, как вы встретили нас? Возможно, выжить и не попасть в какое-нибудь дерьмо. И знаешь, что бы с тобой ни случилось... Мы можем не говорить такие темы, да? На такие темы. Меня укусили, Криста. Но ты же отрубил руку. Какой смысл надеяться, что это сработает? А какой смысл сдаваться? Я еще не сдаюсь. Хочу, чтобы вы, ребята, позаботились о ней, если что будет, да. В принципе, в сериале «Ходячих» Ларри... Ой, не Ларри, а старичку отрезали ногу, когда его укусили, он выжил. Я серьезно, она будет в безопасности, в общем-то, счастлива с вами. Сейчас мы не будем говорить на эту тему, окей? Криста, послушай его. Я хочу этого, ясно? А что будет делать с ним? Давайте поддержим его. Бен нормальный парень. Нам нужно поддержать его, он все еще ребенок, хотя это легко забыть. Он часто так срывается? Нет, это было впервые. Ну, нервы не у всех железные. Хорошо, что он выгорелся, я тоже бы не выдержал, если бы это случилось. Давайте скажем... Расскажем, он убил семью Кенни, потому что между ними такие напряженные отношения. Серьезно? Как это случилось? Сына Кенни укусили во время налета бандитов на наше укрытие, и как оказалось, Бен им тайно помогал, они использовали его. А жена Кенни погибла из-за их сына. Господи. Ну, кажется, он достучался до Кенни, только неизвестно, хорошо это или плохо. Ладно, я устал. Ты выглядишь отдохнувшим. Конечно, если не считать раненую ногу. Хочешь, чтобы я пошла? Не, милая, продолжишь после, короче, меня. Окей, так понимаю, сейчас по очереди со всеми будем базарить. Ну, а потом, конечно, дверь выбьют. Осталось немного, хорошо, что мы можем передохнуть. Ну, вернее, не дверь, а стену проломит. Так, что-то у нас опять. Чувствуешь себя лучше? А, ну ты сам-то как думаешь, что отрубленной рукой-то? Чё ты так реагируешь, супергерой, что ли? В смысле, как ты думаешь, это сработало, это вообще помогло? Я говорю, в сериале помогло, там. Я чувствую себя как человек, которого укусили, так что сам подумай. Я слышу, что вы, ребят, ругали Ли за то, что он не показал ее. Да, конечно. Я бы поступил так же. Да ты вообще сыкло, блядь. Вот, потому что... Но там, в принципе, знаете, в сериале там... А он спрашивает, как ты? Я не знаю, как со всем этим справиться. В общем, в сериале чуваку прям сразу, как его укусили, ему и отрезали ногу. А Ли-то еще какое-то время ходил с укусом. Давайте скажем так. Давайте скажем, Кенни, все будет хорошо, чувак. Все нормально. Почему ты ведешь себя так, как будто ничего не случилось? В любом случае, я это ценю, спасибо вам обоим. Многие из нас потеряли свои семьи. Конечно. Наш Бен. Будь он не ладен. Так, может теперь тебе стоит от него отстать? Давайте. Да, давайте скажем, отстань ты от парнишки, реально он уже и так переживает. Я страшно зол, но не на него же.
Возможно, возможно, но не на него. Катька сама себе мозги вышибла, между прочим. Ты ее мог остановить. Слышал, я никогда не думал о том, что с ним такое случилось. Тоже. Вот такие дела у нас. В бездиканьке разворачиваются. О, там бутыляшка, что ли, есть? Ну все, сейчас нахерачимся, веселье, люстры. Он рассказывал тебе о том, что через что мы прошли. Ну так, немного. До этого с нами была одна женщина, Лили. Бог знает, где она теперь. Короче, у нас были напряженные отношения с ее отцом. Да. Она дружила с Ли, поэтому я ночами напролет ненавидел его. Так, давайте скажем просто, что это было давно. Не будем никакие там скандалить. Нам нужно двигаться дальше. Да, будем двигаться дальше. Ну вообще здоровье за ваше, как бы. Опять он сейчас нахерачится и будет бухой валяться там. Давайте, не, я не пью. Не, спасибо, Кенни. Я буду трезвым. А это сейчас поди накидается, и они потрахаются. Или что? Кенни уже совсем уже все. Алкаш. А, ладно. Это уже все тоже в запой кинулось. Ты чё, прям залпухой выпила? Нихера, баба. В принципе, девушки бухают еще покруче парней. Кто не знает. Готово. Слушайте, уже мы можем пролезть. Так, ходячих нет. Все налаживается. Мы себе выбили небольшой такой шанс на нормальное будущее. То есть, чтобы дальше прожить. Так, будьте чертовски осторожны все тут. Так, это, я так понимаю, мы уже в другом доме. То есть он же сказал, соединен с этим. Это место выглядит весьма таким нормальным. Что ж. Опа. Смотрите, настолько трахались, то что аж от удовольствия все мозги вышибли. Вот это охереть. Вот это адская любовь. Но, в принципе, надо взять пистолет, потому что, как бы, боже, я свой потерял. Может, это и верное решение? Давайте все скажем, возможно, они поступили разумно. Все-таки они решили уйти по-своему, вместе. Не говори так. Нужно идти до конца, пока ты можешь. Нужно делать то, что должен. Я мог бы сделать и больше. Ты сделал, чувак, все, что мог, раз только что, что у своей жены пистолет из рук не выбил тогда. Нет, Ли? Хотя, что я говорю-то? Я мог быть лучшим мужем, лучшим отцом, мог быть лучшим другом, так что давайте выясним, как нам отсюда выбраться и найдем эту маленькую девочку. Все-таки, когда Катя себе мозги вышибал, я рядом не стоял, возможно, она далеко от Кенни была, так что нельзя его обвинять. Так, в общем, по крайней мере, пушку мы нашли. Давайте обыщем комнату, прежде чем двигаться дальше. Ли, выясни, куда нам надо идти. Так, ребятки, давайте сейчас выясним, куда нам надо идти. И, в принципе, на этом завершим, потому что, как бы, как раз уже, я так думаю, минут 25 пишу. Хотя я в предыдущем ролике сказал то, что я примерно минут 25 уже пишу. Оказался ролик минут, по-моему, на 18. Так, давайте сейчас сначала... Ну, смотреть на мертвую пару, я думаю, нет смысла, как бы, ну, все-таки зачем? Не будем их тревожить, они имеют право оставаться в покое. Так, давайте осмотрим. Возможно, это выход. Давайте откроем дверь. Потому что там все-таки есть две двери. Так, это у нас выход на что-то типа балкончика. Так, здесь ничего, кроме личных вещей. Можно было, в принципе, взять, переодеться в нормальную одежду. Похоже, если мы будем осторожны, то нам не придется спускаться вниз, чтобы добраться до отеля. Пошли. После вас. Ладно, давайте, я так понимаю, уже отступать некуда, и тут дверь мне не проверить. Давайте поэтому перелазим. Аккуратненько. Давай, Ли, однорукий бандит. Фух, получилось. Но если уж у нас получится, не дай бог сейчас кто-то упадет. Ну-ка, давай-ка, Дезмонд, ты же у нас на Дезмонд похож, чувак. Ну, все-таки я не знаю, почему-то он мне кажется, то, что он похож на Дезмонда чем-то. Так, отлично. Ассасины в деле. Так, Бен. Где там Бен? Опа. Кенни. И балкончик шатается. Вот, сука, сейчас, не дай бог, Бен упадет. Давай, чувак. Бен! Твою мать! Жалко. Бен, ты там живой? А я что-то его разглядеть даже там не могу. Чтоб меня... Ебать, черт, будем... Что будем делать? В принципе... Так, Кенни, ты чё? А, он спускаться полез за ним. Так, давайте...
Кто-то должен остаться здесь. Я не буду сейчас пускать. Кто должен остаться здесь, чуваки, на всякий случай. Да ладно тебе, чувак. Если все это закончится плохо, вы станете последней надеждой для Клементины. Да. А мы присмотрим. Все, окей, давайте, я пошел вниз. Давайте, потому что я надеюсь, Бен не умер. Ну, в смысле, он просто, наверное, оглушенный сейчас. Ну, может, что-то сломал там. Но я надеюсь, он... О, я в порядке. Что ж, чувак, крепись. Я надеюсь, я там ничего не проткнул, там, штырем каким-то, потому что... Не дай бог. Так, тише, тише, Бен. Тихо, тихо. Потому что вполне могло, там, может, штырем на ногу упал. Вернее, ногой на штырь. Извините, просто поднимите меня, я повредил ногу. Блядь, как чуял. Не может все хорошо быть. Мы вытащим твою задницу, чувак. Правда? Я думал, ты... Так, давай аккуратненько. Я вижу уже штырь кровяной. Опачки! Так, вашу ж мать. Нет, Бен не жилец уже это. Что там? Я в порядке, я в порядке. Чувак, да вообще-то не очень. Мы сможем тебя поднять, мы сможем. Так. Чувак, ты не поверишь, блядь. Так, давай выдернем его. Давай, выдернем и быстрее. Что? Чувак, не с оконной рамы же тебя таскать с собой сюда. Так, нас уже палят. Твою мать. Так, так, Кенни, давай быстрее что-нибудь делать. Блять. Давай, ворота надо закрывать. О-о-о. Сука, Бен, терпи. Быстрее, там же... А, нет, тут ворот нет. Боже, не дайте им схватить меня. Так, что-то надо придумать быстрее. Да, походу, надо пиздиться. У тебя остались патроны? У меня остался только один. У меня пусто. Дерьмо. Пристрели Бена. Стреляй в него. Это лучше, чем его заживо сожрут. Возвращайся, ты нужен ей или... Кенни, это, блядь, не обсуждается. Беги отсюда. Так, черт с два тебя, сука, блядь. Я не уйду. А я тебе что сказал? Давай возьмем Бена, уберемся отсюда. Так, нихуя себе. Так, Кенни, ты что творишь-то? Сука, какого хуя, Кенни? Ли, все в порядке, чувак. Твою мать, да что ж ты? Так, нет, Кенни, сука, не смеешь. Давай, ничего не в порядке. Это то, что я должен сделать, и ты это знаешь. Слишком много жертв мы несем. Найди девочку. Так, отвалите, сукины дети. Кенни, черт, блядь. Давай, черт возьми, Кенни, дерись. Блять, я не уйду, сука. Так, Кенни выстрелил. Походу он, все. Да, обидно потерять Кенни. Все-таки, хоть он иногда и был мудаком, но все-таки он делал то, что считал нужным всегда. Да. Теперь нас осталось трое, и я укушен, сейчас могу умереть. В принципе, в любой момент превратиться в зомби. Что случилось? Все? Что случилось? Не осталось больше, кстати, в живых людей, которые со мной идут с первого эпизода, ну только Клементина. Их больше нет. Вот такие дела. Там буквально, наверное, их разорвали прям за секунду. Господи, черт. Боже, блядь. Да, все, Ли тоже сдался. Я слышал выстрел. Кенни убедился, что Бен больше не будет страдать. Что? Знаете, это был самый большой страх Бена. У Кенни остался один патрон, и вот он так его использовал. Боже, бедный засранец. Да, тут даже шутить не хочется ни на чем. Ты видел, как они умерли? Никто бы не выбрался оттуда. Так вы же сверху смотрели, чуваки. Мне жаль, Ли. Так. Давай скажем, может он и выбрался. Я не знаю. Ну блин, вы сверху смотрели, вы должны были видеть. Чуваки, ну... Нам нужно идти дальше.
Давайте так, сохраним такую надежду, то, что Кенни жив. Я за вами. И, сука, не смейте никто в комментариях написать, типа, умер Кенни или на самом деле он живой там. Бан, сразу забаню нахер за любые спойлеры. Вот, и я думаю, надо уже сейчас закругляться. Как раз такая ключевая часть завершилась. И, в принципе, что будет дальше, мы узнаем в следующем ролике «Ходящих мертвецов». Сейчас, как только нам дадут управление, я запись-то закончу. Но, в принципе, сейчас пока передвигаемся по крышам. Это, я считаю, безопасный путь. Хочешь поговорить? Давайте сосредоточимся. Не будем говорить ни о чем. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы делаем. Я знаю, нам нельзя тратить ни минуту, но ты же не железный. Тогда не тормоши мою болячку, слушай. Ли, это жуткое время, но я хочу кое-что выяснить. Что именно? Кенни больше нет, значит, Омиду и мне нужно выжить ради Клементины. Да, конечно же. Согласен, позвольте мне. Так, это не то, что я хочу, если честно. Но так и хочу я, так мы и поступим. Да. Бля, переходите осторожно. Окей. Я надеюсь, сейчас дощечки-то не обрушатся, и лучше бы переходить по одному было бы. Так, ребят, все, хватит. Будем переходить этот хрупкий мостик в следующем эпизоде, вернее, в следующем ролике по «Ходящим мертвецам». А с вами был Эстер, до новых встреч, пока!